Мы с вами еще встретимся в торжественной обстановке на площади молодежи, где вы сможете получить ключи от данного автомобиля. Прекрасной Лады Гранта. Спасибо. С ночной смены пришел как раз к 9, включил трансляцию. Думаю, надо перед тем, как лечь спать, посмотреть. И вот такая новость. Я уже больше не захотел спать. В общем, теперь, переполняли эмоции. Я как бы тут, и очень масса звонков всяких. Честно так, в Никитоса почти не верил, что он может достать мой купон. Раз там было столько вообще, там тысячи, наверное, да? Кто еще не принял участие, естественно, могут заполнить свою анкету на волонтерском пункте около участков для голосования. И поучаствовать в нашем розыгрыше, который будет проходить до 2 июля включительно.